Участок автомобильной дороги между селами Спасское и Варганы находился в ненормативном состоянии. Эта трасса позволяет водителям добираться от М7 до Сергача и выезжать на южные магистрали, чтобы не делать большой крюк через Нижний Новгород. Протяженность всего участка 43,5 километра, и он давно требовал ремонта. Контракт заключили в декабре прошлого года и сразу приступили к работам, разделив проект на 7 этапов. Общая стоимость контракта составила 326,3 миллиона рублей. Финансирование по национальному проекту «Безопасные качества» качественные автомобильные дороги. Было проведено устройство выравнивающего слоя из черного щебня и верхний слой покрытия смесь B1. Были приведены в порядок обочины, были сделаны земляные работы, подсыпка обочин, уплотнение. Плюс по безопасности, это уже мы сами укрепили обочины отходами асфальта, то есть асфальтовой крошкой. Последний этап, 7-й, его протяженность 7 километров. Стоимость контракта на этот участок 58 миллионов. Здесь ремонт завершен, и на место выехали специалисты ГУАДа. Проверяют все – уклоны, обочину, длину и ширину. По всей дороге выбирали несколько участков для замеров. При контроле качества используется курвиметр для измерения длины и ширины асфальтобетонного покрытия. И трехметровая рейка для определения ровности. Отклонений в ровности нет. То есть все в гости. Проверить качество вместе со специалистами Главного управления автомобильных дорог на участок приехали и активисты местного отделения Общероссийского народного фронта. И такое ощущение, что на все замечания не только словами, но наглядным образом все показывается, представляется. И действительно очень приятное впечатление и качественная дорога. Региональная программа национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 километр. Проверки ремонта специалистами ГУАДа будут продолжаться и дальше. Работы ведутся по всей Нижегородской области. Артемий Катков и Николай Прохоров. Время новостей.